В настоящее время действующим законодательством предусмотрена процедура индексации алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме. Такая индексация производится пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, по месту жительства лица, получающего алименты. В настоящее время порядок индексации таков. Индексацию алиментов проводят судебный пристав, исполнитель и организация или лица, выплачивающие должнику периодические платежи. Это заработная плата, стипендия, пенсия и так далее. Однако последняя, то есть организация, выплачивающая должнику периодические платежи, производит индексацию только в тех случаях, когда исполнительный документ поступил непосредственно от взыскателя. То есть это имеется в виду случаи взыскания алиментов в размере не более 25 тысяч рублей. В остальных случаях индексацию производит судебный пристав-исполнитель, даже в случае окончания исполнительного производства в связи с направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей. После вступления в законную силу федерального закона номер 321 ФЗ индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, будут производить организации, выплачивающие должнику периодические платежи при поступлении исполнительного документа как от взыскателя, так и от судебного пристава-исполнителя. То есть взыскателю не придется лишний раз обращаться с заявлением в Федеральную службу судебных приставов для проведения индексации алиментов.